Привет! И хотелось бы рассказать сегодня о новинке, которая пришла к нам из Турции, фирмы Istanbul Silah, это Impala Plus в пластике. Вот мы все извлекли из коробки, что у нас положили в нее турки. Смотрим. Значит, начнем с дульных сужений. Их в комплекте 5 штук. Одно дульное сужение у нас находится в стволе. Четыре остальных находятся в удобных пластиковых футлярах. Этот футляр можно взять с собой на охоту. Он довольно-таки плотно прикрывается, туда точно не попадет никакая вода, ни грязь, ничто не будет угрожать вашему дульному сужению, тем более резьбе. Само дульное сужение выглядит так, имеет маркировку на своем корпусе, также имеет маркировку в виде риски на торце. Чтобы не выкручивая чок, можно было понять, что за дульное сужение у вас сейчас находится в стволе. Что еще дальше в комплекте? В комплекте также присутствуют вставки между прикладом и ствольной коробкой, которые позволяют задать угол прикладу, чтобы более комфортно можно было адаптировать ружье к стрелку. Также еще идут удлинители приклада в количестве 2 штук. Толщина этого удлинителя 7 мм, тем самым, если будете использовать 2 удлинителя, то можно напросто увеличить длину приклада порядка на 1,5 см. Что вообще интересного в этом ружье появилось и что здесь есть? Во-первых, здесь эргономичные вставки в цевьё и в приклад. Также высокая планка, очень удобно, когда вскидываешься. Новиночка такая, нестандартная для наших ружей. Это съемная оптоволоконная мушка. Захотели обычную, не проблема. Если нужна оптоволоконная в сумерке, присоединили, у вас оптоволокно. Еще интересная особенность этой модели – это 6 боевых упоров на личинке затвора. Это инерционка с патронником 12х76. Пришла она в 2 стволах – 710 и 760. Давайте посмотрим, как она работает на разных патронах. Мы здесь подготовили 24 грамма навеска, 28 грамм и стандартный охотничий патрон 32 грамма. В первую очередь идет 24 грамма. Это у нас Азот Энерджи, дробь 7,5. Следующий у нас идет 28 грамм, также Азот Энерджи, дробь также 7,5. Следующий стандартный охотничий патрон, дробь тройка, честь, навес дроби 32 грамма. Можно сделать скидку, то, что это оружие только мы достали из упаковки. Да, было небольшое подклинивание на 24 граммах, но в принципе при небольшой обкатке или если смазать его и снять консервационную смазку, то все будет работать как часики, турецкие часики. В принципе все, оружие очень мягкое, приятное, отдача гасится очень хорошо, на скидку никаких нареканий нет. Всем пока. В смысле пока. Так, мы на рубеже 50 метров. И снова Impala Plus. Посмотрим, как она будет вести себя с пулей. Пулю используем Fetter Guava 28 грамм. Пробуем, стреляем, смотрим.
Все отлично, все перезарядило. Давай посмотрим результат. Это был Истанбул Силат Импала Плюс. Покупайте, довольно комфортное ружье, довольно мягко работает, точное само по себе, и качество изготовления очень неплохое. Всем пока!